Здравствуйте, меня зовут Тимофей Александрович. Подробнее с каждым из вас я познакомлюсь попозже, когда мы пройдем в нашу, так сказать, аудиторию. Школа предоставила возможность проводить тренинги здесь, в библиотеке. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, господа, сегодня мы проведем психологический тренинг, в процессе которого вы лучше узнаете друг друга, познакомитесь. Но сделать это придется во время игры. Но вначале каждый из вас в двух словах расскажет о себе, кто он и зачем сюда пришел. Итак, с вашего позволения я начну. Я психолог. Как я уже говорил, зовут меня Тимофей Александрович. В качестве знакомства хочу предложить вам игру. В процессе игры вы лучше узнаете друг о друге, познакомитесь. А я буду способствовать тому, чтобы игра была интересной. Ну, я начну тогда. Я Саврасов. Так просто Саврасов и все? Ха, ну тогда я Ленин. Ну, а я пришел по вашему приглашению. Очень хорошо. Продолжайте. Ну, я Лениным прикидываться не буду. Людмила Николаевна. Пришла из интереса. Подруга сказала, что здесь хорошо можно снять стресс. Очень хорошо. Федор Александрович, я. Да мне эта жена сказала сходить. Нервный, сильно говорит. Ну, как вижу, чушь какая-то. Да. Да, уже собрался. Да не ори ты. Не надо ехать. Я, пожалуй, останусь. Отлично. Господа, давайте поактивней. Света, я сюда просто так попала. Все мы, видимо, сюда просто так попали. Только кто-то обдуманно, а кого-то загнали. Да ладно вам, сидеть уже. Если жена сказала, значит надо. Ну вот и познакомились. Сейчас я на стол поставлю блюдце с карточками. Каждый возьмите по одной. Смотрите так, чтобы сосед не видел, что на ней написано. Правила игры простые. В игре две фракции – мафия и горожане. Задача мафии – убивать людей, не вызывая подозрений окружающих, то есть горожан. Это единственный способ для вас выжить. Ваша стихия – ночь. Задача горожан – выявить преступника, путем голосования посадить его в тюрьму. Ваша стихия – день. Я же буду ведущим создавать условия и обстановку. А можно и мне тоже? Ну, стресс снять. Да, конечно. Присаживайтесь. Сейчас я дам вам две карточки на выбор. Я попрошу вас тоже представиться, и мы начнем. Я Надежда Петровна. Попала сюда с рабочего места. Итак, правила всем понятны? Да-да. Отлично. Итак, ночь. Все закрываем глаза.
Мафия проснулась. Мафия выбирает жертву. Мафия выбрала жертву. Мафия заснула. Итак, все открыли глаза. Слушайте, что случилось этой ночью. Поздно ночью неизвестный человек зашел в подъезд, поднялся по лестнице, без труда открыл входную дверь квартиры, после чего все ближайшие квартиры слышали два глухих хлопка. Хозяином квартиры был Федор Александрович. Ну и слава богу, как раз хотел побыстрее. Тренинг еще не окончен, пожалуйста. Извините, но эти ваши игрушки не по мне. Я вас понимаю, но ваша жена оставила мне свой номер телефона и просила сообщить ей, когда вы уйдете. Не могу же я... Хорошо, хорошо. Я еще посижу. Не садитесь, поставьте чайник. Воды можно набрать за стеллажами. Да-да, поставь. Тебя убили. Теперь тебе за общий стол нельзя. Жмурик как-никак. Мы отошли от темы. Пока Федор ставит чайник, давайте общим судом и следствием выберем мафиози. Вы должны единогласно проголосовать за подозреваемого вами человека. Это как суд присяжных получается. Ага. Михалков, иди твою мать, как фильм 12. Прошу прощения. Ну, приступайте, думайте. Да что тут думать? Ленин Федора убил, он конкурент. А Саврасов, вы извините, но нет. Я голосую за Ленина. Я вот тоже думаю, мужчинку Ленин убил. Вы чё мне вяжете? Вы чё в натуре? Я всё понимаю, но вы чё в натуре, Николаевна? Да, Ленин мог, я за. Простите, но я против. Вы в своём уме? Он вас убьёт следующую ночь. Спасибо, братан. Какой я вам, братан? Мне почему-то кажется, что это вы, Светлана. Саврасов, да ты что это в самом деле? Посмотри на него и послушай, что сказали. Без труда открыл дверь. А в том-то и дело, что... Посмотрел и послушал. Он зашел и выстрелил. А откуда у него и пистолет? Он бы подкараулил его в подворотне. И вообще ни о чем не думал бы. Все? Плевака. Послушайте, плевака, или как вас там? А может, это вы? Так? Все? А? Итак, единогласно. А теперь, дабы немножко успокоиться, давайте почаевничаем, не отрываясь от игры. Ленин, голубчик, покажите, что написано на вашей карточке. Ну вот, вы осудили невинного человека. А настоящий убийца так и не найден.
Ленин, вы можете пройти и сесть рядом с Федором. Ну что же, еще одна ночь наступит сейчас. Да это вы, Саврасов, плевака, вы мафия. Вот увидите, убьют меня, а не вас. Итак, ночь. Все уснули. Мафия выбирает жертву. Мафия уснула. Все могут открыть глаза. Этой ночью убийца выбрал жертву, застал ее на улице. Жертва была напугана, пыталась убежать. Убийца преследовал ее, потом остановился и несколько раз выстрелил. После чего бросил пистолет и скрылся. Жертвой была Светлана. Ну я же говорила. Так это правда вы, Саврасов? Возможно. Но мне казалось, что следующей жертвой буду и я, так как много говорю и выдвигаю свои версии, отталкиваясь от слов ведущего. Да ладно вам уже! Фондорина тут из себя не стройте! Да что ж вы делаете-то? А что такое? Да потому что! Да вас вообще уже нет! Да кто тебе сказал в натуре? А ты мне не тыкай! Ты вообще там не живешь! Сидишь и сиди там! Картины живые и мертвые. Могу я сказать последнее слово? Да говорите, конечно. Уже. Ой. Я не буду ставить эксперименты или строить детективные версии, как в прошлый раз. Просто если человек совершил преступление, пусть даже в игре, это не важно. Он все равно будет ощущать чувство вины. Игра психологическая, его задача выжить. Выжить, а не убивать. Но в нашем случае это человек добропорядочный. Достаточно просто заглянуть ему в глаза. А вы точно не убивали Федора и Светлану? Все, это я. Молодец, Фрая, молодец. А ведь даже не заикнулся ни разу. Действительно,
Но мне почему-то кажется, что мужчинку убил Ленин. Ну вот, на этой позитивной ноте мы и закончим. Вы познакомились сегодня достаточно необычным способом. Каждый нашел то, что хотел. Да, конечно. Следующее занятие в субботу. И помните, в современном мире часто под лицами и героями бывают не те, кого мы привыкли считать. Помните это. Всем спасибо. Молодец, догнал сам фишку. Держи, ты вроде не лох. Ведь вы же знали, какая у меня роль, и специально все подстроили. Ну да, я ведь должен был понять. Возьмите полотенце. Я вас не понимаю. Ну, кто-то играет в мафию за столом, а кто-то в жизни. Глупости какие-то. Ладно. Здесь все закроете и ключ оставите на вахте. Да кто же ты? Алло, 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 дежурная часть. Старший лейтенант Титаренко, слушаю вас. Тут девушка лежит, похоже, мертвая. Улица Заводская, дом 6. Так, ничего не трогайте. Опергруппа, на выезд.